Госпожа Су, вы здесь живете? А? Я переехал всего несколько дней назад. Какое совпадение, вы тоже здесь живете? Какое совпадение? Вы так же прекрасны, как и в нашу первую встречу. Каково ваше определение красоты? Вы судите людей по внешности? Госпожа Су, вы не так поняли. Я не это имел в виду. Мне все равно, как я вас поняла. Но мне не все равно. Госпожа Су, давайте вместе побегаем. Фотография с первого классного собрания. Кстати, это не реалити-шоу. Всем хороших выходных. Госпожа Цуй? Шэншэн. На этот раз Сян Дуньнэнь поступил эгоистично. Из-за его поста нас считают лжецами. Я больше ничего не смогу сделать. Удачи. У меня болит все тело. Я собираюсь проспать все выходные. Не звони мне. Что ты здесь делаешь? Ничего, я просто прогуливаюсь. Я сейчас налью молока и вернусь. Хочешь ко мне зайти? Я просто хотела размяться и сделать несколько упражнений. Не заставляй меня делать это. Извини. Стой. Ты провел замечательное собрание. Можешь прислать мне фото? Я задавала им те же вопросы. Их ответы были просто бессмысленны. А сегодня... Они сами записали свои желания на той горе. Су, ты там тоже была? Почему я тебя не видел? Где ты была? Я... В следующий раз, если захочешь пойти, не прячься. Не будь робкой. Тебе нужно фото, я отправлю его. Спасибо. Кстати, можешь прислать мне свою фотографию? Я попрошу Фана прифотошопить ее. На фото должны быть все. Хорошо. Тогда удачи тебе. Это не реалити-шоу. Все было правдой с самого начала. Учитель Сян не использовал нас. Сян Дуньнань не правда наш учитель музыки. Сосед, Бэй-Бэй, Фэй-Сы, Фань, посмотрите пост Сян Дуньнань на Вейбо. Гэдзи, что ты делаешь? Будь потише. Мама, прости. Просто я так счастлива. Сян Дуньнань наш учитель музыки. А еще я на фотографии у него на Вейбо. Помогите! Вы это видели? Вы это видели? Вейбо просто наш взорвался. Кумир наш кумир так близко к нам. Реалити-шоу не существует. Он разместил фото на Вейбо. Теперь все знают, что мы были в парке. Его ученики прогуливают уроки. Я думаю, он хочет уйти. С этой школой что-то не так. Как они могли разрешить ему преподавать? Он обманывает учеников. Он вернулся на прежнюю работу. Это лучше, чем ничего не делать. Таким образом, он пытается вернуться? Мечтай. Как жаль, что это я закончила школу 5 лет назад. Это просто рекламный ход. Он не должен жить с ними. Пусть исчезнет. Я такое не забуду. У него всегда были антифанаты. Я тоже в шоке. Даже я в шоке. Я просто в шоке. Сан Дуньнань точно обманывает учеников.